Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел, листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Так, короче, чуваки, на меня мусора напали. Это жестко, блин, я только спрятался от них, блин, как они меня так нашли быстро? Так, удостоверение свое покажет младший оперативник ФСБ. Ну, хорошо. Если видео, то передай привет. Угадал. Бля, давайте. Ми достал паспорт из бардачка. Ду паспорт в руке. Паспорт в руке. Ми передал паспорт человеку в форме в щель окна. Do процесс. Блин, точку забыл поставить. Так, пас 12. Бля, это хуёво, я вам скажу, это очень хуёво, блин, я еще булочку хавал, такой выхожу с АФК, тут бы сразу, я думаю, блядь, охуенно просто. Пошел, блядь, булочку взять, нахуй. Открыл базу данных, сверил всю историю. Список базы данных дала обнаружение общей черты с подозрителем. Думал, спрячешься. Я вообще-то... За булочкой ходил. Ваша система врет. По-любому. Офицер. Ваша система врет по-любому, офицер. Это исключено. Ну, мало ли вдруг это тот случай на миллион. Выйдите из машины. Давайте договоримся, сэр. Сука, они перекрывают забор, блядь, я бы сейчас на бэхе шкурнул бы, блядь. Сука, я еще в такое место заехал, блин. Жесткое. Я тебя так не думаю. Почему? Вам не нужны деньги? Вам не нужны деньги? Блять, как бы съебаться от них? Стоп, я могу в дом забежать. Мы не берем взятки. Зря. Зря. Так, надо как-то съебаться. Только как? Сколько хотел дать? Ну, 50 тысяч. Чувак уже заинтересовался. Выйти из машины, повторяю. Сейчас выйду. Секунду. Кирилл, сори, но мы не берем. Бля. Хуёво. Так, могут уволить. Я слышал, тут бандит вон в том здании сидит. Советую вам проверить.
Блять, ну я хочу откупиться, блин, но я не хочу в тюрьму садиться, блять. Сука, пожалуйста, блин. Я так угораю реально, блять. Ой, жестко просто, блин, ну пожалуйста, сначала мы закончим с вами. Не нужно, не нужно, не нужно. Думаю, тот человек важнее будет. Давай купюры и разойдемся. Пай ми просунул купюру в окно. Бабло, это все. Товарищ Юмуров, что вы делаете? Ай. Я знаю, что сделать, пацаны. Так, раз, два, три. И пиздуем нахуй отсюда. Хоп-хоп, давай, 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 давай. Пожалуйста, пожалуйста, беги, 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 беги. Беги. Нет, нет. Пожалуйста, не стреляй. Не стреляй в меня. Блять, запрыгни туда. Запрыгни. Я застрял. Есть. Я успел. Я успел забежать в дом, блин. Фух, это было жестко. Они не зайдут, у меня дом закрытый. Блять. Фух, это было жестко, реально. Ой, блин, это было реально жестко просто. Фух. Блин, я ж надеюсь, они не смогут зайти в дом. Я просто не знаю, вдруг они там могут дом, типа, взломать. Дверь. Ну, по-любому меня там ждут, поэтому я не рискую выходить сейчас. Так, давайте проведем экскурсию по моему дому. Да, еще раз. В принципе, блядь. Не, ну я четко так съебался, конечно. Я хотел Ямаху взять, но, блядь, думаю, что они за мной бегут. Я думал, они сначала машину возьмут. Думаю, сейчас прыгну быра на Ямаху, короче, и быстро побегу. Просто если бы вышел в машины, моя бы машина мешала мне бы съебаться. Ну а так, в принципе, все нормально. Все в мерках нормального, да. Все нормально, я думаю. Они не сильно на меня обиделись, это подписчики. Ну, блядь, пацаны, я не хочу в тюрьму. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.